городской мэрии под председательством заместителя главы администрации по идеологии общественной безопасности Хайбулы Умарова состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В работе заседания приняли участие начальники отделов и управлений, помощник прокурора Ринат Хамавов, а также инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, которые предоставили административные материалы, составленные в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности. Вы прописаны в городе у нас? Да. Проживаете? В какой школе учились? Он в Левашах учился. А как он не окончил школу? 16? Он окончил 9 классов. 9 классов, да? Ну, вы знаете, что 9 классов, вы должны, вы обязаны по закону дать полное образование вашему ребенку. Это государство обеспечивает бесплатно. Да. А вы просто не теряя времени, так сказать, за это вы привлекаетесь к ответственности. Помимо того, что он находился без сопровождения взрослого в ночное время, в чем проблема была? И в каком месте тебя, так сказать, задержали? На главке. А что там делал? Просто оттуда домой шел, воду там на улице с мечети там был, нормально. Ну, с мечети домой шел. Старовик он домой шел. А старовик воду выпить, остановился на улице. Нет, подожди, мечеть ты в какой мечеть ходил? Централку ходил. Яхи мечеть, да? Да. А дом у тебя находится на 8 марта. Да. Всем нарушителям были вынесены соответствующие административные наказания в виде штрафа, а также было решено, исходя из состава правонарушения, некоторых подростков поставить на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вы же поняли, что нельзя, да, после 10 лет? Да, я не знала, что это по закону. Обязательно старшую комнату. Как стемнеет после заката, обычно сегодня кто-нибудь. Всего в ходе заседания было рассмотрено более 5 административных материалов, составленных в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. С нарушителями были проведены профилактические беседы, разъяснены права и обязанности несовершеннолетних и их родителей, даны необходимые рекомендации. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».